Здравствуйте, пришла долгожданная посылочка с сайта iHerb. Отправлена была эта посылочка 20 марта в Украину. Сегодня 11 апреля, 21 день, и посылочка уже в Украине. Сейчас я буду ее распаковывать. Эта посылка, доставка стоила этой посылки почтовая $12. Она с отслеживанием, наверняка она придет. Не советую за $4 бесплатной доставкой, ну, платная доставка, которая почти бесплатно пользоваться. Вот у меня уже две посылки я когда-то потеряла, и периодически я еще играла в такую как бы лотерею, и вот у меня уже почти 2 месяца вторая посылка, как третья посылка потерялась. Вот. Ну, я дождусь, когда будет 3 месяца, если она не придет, я напишу в службу поддержки. За 2 посылки мне возместили 1.5 года назад. Ну, они не всегда это делают, не всегда возмещают. Они смотрят, наверное, на рейтинг, на покупательную способность покупателя. Не знаю, по каким причинам кому-то отказывают. Там у меня не на большую сумму. Как бы всегда, если заказываю бесплатное заслеживание, то не рискую на большую сумму. У меня есть стеклянная, надеюсь, она не разбилась. Но, как всегда, iHerb упаковывает все отлично. Это вот здесь у меня стеклянная. Так, это у меня пришла от Эльф. С изогнутой кисточкой. Господи, как она называется? Тушь. Вспомнила. Это тушь для ресниц с изогнутой кисточкой пластиковой. Мне, в принципе, стоит она $3. Я брала уже с обычной кисточкой. И с изогнутой я брала, но я ей не пользовалась, подарила. Вот. Но мне понравилась. Она, в принципе, быстро заканчивается. Там, наверное, небольшой объем ее самой туши находится. Вот. Ну, в принципе, на дольше и не надо. Тушь надоедает и все такое, хочется освежить. Ну, в принципе, мне она понравилась. Даже больше понравилась, чем более дорогие варианты. Хорошо. Во-первых, что изогнутая кисточка, она хорошо прокрашивает. Тушь сама не сыпется. Такая вот кисточка. Щетиночки такие она. Изогнутая, она, я бы не сказала, что она сильно изогнутая, просто один край щетинки побольше. Вот. В принципе, да, изогнутая. Единственный минус, вот тут, опять же, сейчас, у нее очень, ну, соответственно, видимо, цене, вот очень, вот эта вот часть, она, ну, имеется в виду, вот эта вот пластиковая палочка, она очень такая изгибается, и, ну, если ее неаккуратно вставлять, то, конечно, она загибается, может, ну как, она не заламывается, но не ломается, а заламывается, точнее так. Ага, вот это я добивала вес и нашла вот такой тигровый бальзам типа звездочки, я так поняла, он идет как обезболивающий, мышечные боли снимает, даже там были что головные боли, там на виски можно его наносить. Наверное, запах убойный. Ну, он стоит вообще там, по-моему, до доллара, что-то 90 центов, по-моему. Ну, короче, в районе доллара с весом. Вес небольшой у него. Да, пахнет. Что-то в составе. Камфора 11%, ментол 8%. Анальгетики, не только анальгетики, обезболивающие. И все. Сделал в Малайзии. Улетел. Больше не увидите. О, подправился таки. Нет, раз заканчивается. Это от Экотулс любимые кубки. Они подорожали. Уже, по-моему, они стоят 3,90. В общем, $4 они стоят. Не знаю, буду ли я их дальше заказывать. Но они очень классные. Долго, очень долго играющие. Очень качественные такие. Хороший скрабирующий у них эффект. Такая плотность. Ну, и, конечно же, Экотулс все делается в Китае.
Можно также сама дальше продолжать здесь. Ну, видимо, для экотур китайцы больше стараются. Так, что еще такое показать? Что это? Это пробиотик в каких-то плиточках, как шоколад, белый шоколад. Я его взяла, по-моему, он там уже с датой. А нет, нормальная дата. 4 сентября 2014. Вот. Короче говоря, это вот как бифидобактерии всякие, которые вы как пробиотики в таблетках пьете. А это, я так поняла, он в вкусном виде. Пробиотик и здесь пробиотик и пребиотик волокна. Я уже не помню, ну 40 получается. 40 вот таких, как плиточек, или как их назвать. 1,5 биллиона. Лактобактерии, ацидофильные и бифидобактерии лактис. 1,5 биллиона, что-то такое. Пребиотик волокна 1%. Пребиотик волокна 250 миллиграмм. Не знаю, как-то что-то меня оно заинтересовало. Посылку уже все-таки почти месяц назад заказывала. Я уже не помню, что мною руководило. Так часто бывает. Очень интересно. Посылки все потом приходят через время, как сюрприз такой. Поэтому, ну, не думайте, я осознанно все заказывала. Так, это вот назальный спрей от Nutribiotic. Эта марка очень хорошая. Я постоянно пользуюсь зубной пастой, зубной гелем больше. Эта марка, она все использует на масле из грейпфрутовых, экстракт грейпфрутовых косточек идет. Вот. Это назальный спрей. В Украину сейчас гомеопатия не проходит, сайт не пропускает наша страна. В общем, короче говоря, сайт блокирует такие покупки. Раньше я заказывала что-нибудь такое гомеопатическое, а вот этот назальный спрей, он прошел. Ну, попробую. То есть там идет он, как и очищает слизистую носа, я так поняла, и при простудах. Ну, короче говоря, смысл грейпфрутовых косточек, что они идут антибактериально. Я еще сейчас принимаю от Nutribiotic еще масло само. Оно как бы как идет, как Цитрасепт, который продается в аптеках у нас, в странах СНГ, наверное, я бы даже сказала. Не знаю, что это такое. В общем, отзывы хорошие очень, состав хороший. Попробую. Дата, есть срок годности до 10 месяца 16 года. Все как положено. Эта марка, она оставляет все, ставит все даты. Ой, наконец-то. Все, его не было, все, он не помещался. Это мой любимый сахар Демерара. Все, теперь жизнь удалась. Я его обожаю. Из всех, это тростниковый сахар. Из всех сахаров, которые я пробовала, это вот самый классный. Темненький. И он не слипается. Его можно посыпать им десерты, творожок, там вот такое, как бы. И чай он не выпирает, и кофе, как вот, например, есть. Не путайте, тростниковый сок еще продают высушенный, тоже он как сахар выглядит. Вот у меня стоит этот тростниковый сок. Никто не полюбился он. Вот, а вот этот Демерара, и он недорогой. То есть тут идет 454 грамма. То есть у нас, если покупать, он намного дороже выходит. Вот единственное, его на сайте, ну, редко он бывает. Да и по весу часто он не помещается просто в посылку. Поэтому вечно заканчивается. Так, сейчас я, наверное, все-таки уже доберусь до стекла. Мне интересно, потому что у меня она рухнула только что. Вроде все нормально. Доехала, надо доехала, упала у меня эта посылка сейчас. Валялась. Ну и хер вот в такую как бы упаковывает классную штуку. Прессованной бумаги, типа как вот у нас яйца продают. Вот такая коробка получается. И вот что же в этой коробке? Это тяжело объяснить, потому что я сама ну, поняла, что это классная штука. Это, короче говоря, есть такая марка. Я впервые ее заказываю, как-то я не обращала на нее внимания. Ну, я не обращала на нее внимания, потому что это очень дорогая марка, скажем так. Но, в принципе, и банка большая. Бутылка, банка даже. В общем, это Zeoforce называется. Марка, которая делает очень хорошие натуральные препараты. Вот. Это идет такая штука,
она, это для очищения организма на клеточном уровне, я бы так сказала. Здесь целлюлиты, типа глины что-то. То есть они очень древние, такое как бы, ну, не могу как бы сформулировать. Ну, в общем, короче говоря, очень много миллионов лет, я так поняла, вот это вот этому, с такому веществу. Вот. Можете почитать про целлюлиты, я сейчас открою. Люди на сайте пишут некоторые, что смотрите, это такая как глина. На самом деле это просто глина, я так понимаю, если правильно поняла. Вот это, ну да, глина. Эта штука принимается, и она вытягивает все токсины, которые накопились в вашем организме, все яды из лекарств, которые, есть же некоторые лекарства, которые вам в детстве пичкали, например, в которых была ртуть, или, например, вам установили какую-то пломбу вредную, и она у вас отравляет ваш организм. Так вот, американцы некоторые отзываются очень хорошо. По-моему, наши никто не отзывается, не добрался до этой еще марки. Вот я добралась. Здесь 400 грамм этой глины. За глину, конечно, дорого. По-моему, это стоит штука $29. Ну, там у меня еще идет VIP-скидка. Вот. Какие-то там бонусы. То есть я рассчитывалась бонусами частично. Так, конечно, ну, осилить тяжело. Тем более курс доллара высокий сейчас у нас. Вот. Но надежды большие возлагаю. Самое интересное, что я заказала эту штуку по цене, полной цене. И через неделю, буквально даже меньше, появилась на сайте скидка. То есть там в каждую среду на сайте iHerb появляется новые, ну, там 20% скидка. Какая-то там 3 марки, 4, 1 марка. В общем, устраивают такие вот распродажи. И вот эта марка сделала 20% скидку. Я еще заказала один препарат. Он не, уже не такой дорогой. Там идет он тоже для чищения, там типа как кишечника. Вот такой тоже токсины выводят с организма. То есть, вот, короче говоря, я любитель таких вот штук, экспериментов. Вот. Принимается он там... Кстати, вот этот Zeoforce добавка, вот эта, она еще есть в капсулах, но ее намного невыгодно. То есть, понятное дело, здесь сколько, тем более это клина, там надо их, миллион этих капсул принимать. Вот, ну, очень интересная штука. Я, возможно, может, даже расскажу, если мне что-то понравится. В общем, короче говоря, какие-то это мини-минеральные, минеральная добавка. И вообще, американец какой-то написал с Америки, покупатель, что у него стояли какие-то вредные пломбы, и каким-то образом он обнаружил, что принимая вот это, вот этот, вот эту глину, этот, эти целлюлиты эти, или как это еще назвать, цемент, в общем, у него повыходила с организма всякая гадость. Так, ничего вкусного больше нет, только глина и сахар, остальное добавочки. Ага, это чеснок, это 100 капсул, 100 soft гель, здесь гелевых капсул марки Mason. Нашла я такую еще марку на iHerb, она довольно очень понравилась мне как-то визуально, и вообще как бы она по цене мне понравилась, недорогие. Так, здесь получается, почему я взяла именно этот, остановилась не, за, там, не только из-за цены, и из-за цены в том числе. Здесь в одной капсуле получается 2 миллиграмма. Так, получается, я так поняла, что вот в одной, ну, 2 миллиграмма масла чеснока. Получается здесь, я так поняла, по-моему, 500 в одной капсуле 500 грамм свежего чеснока, я так поняла. А чеснок, вы сами знаете, это хорошо, он чистит сосуды, антипаразитарный и вообще как бы хорошо, как бы полезно, много для сердца, видите, здесь сердце нарисовано, конечно же, ну, сосуды, сердце, все связано. Вот такой еще чеснок взяла. Был период, что я вообще не могла чеснок ни есть, ни в капсулах пить. Вот сейчас вроде как бы нормально все. Так, это тоже марка, здесь это Энзимедика, в основном она выпускает всевозможные энзимы. Что здесь? Протеаза, амилаза, мальтаза. Вот. Здесь это вегетарианские. Что здесь интересное, как всегда? Это
Энзимы, ну, короче говоря, сейчас не могу вспомнить на русском языке. В общем, короче говоря, энзимы не животного происхождения, всякие протеазы, амилазы. Они как бы лучше. Энзимы это хорошо для пищеварения, хорошо помогают, если у кого-то есть аллергия, не только для пищеварения энзимы нужны, у кого есть проблемы с аллергиями всякими. Ну, тоже. Ну, что самое интересное, эта марка, она делает не животного происхождения, насколько... Да, веган и кошер написано. Это, это энзимы с растений. Да, и кверцетин, я его постоянно заказываю, уже неинтересно, наверное. Это я взяла опять кверцетин с бромелайном. Здесь в одной капсуле 400... Да, в двух капсулах здесь дается 800, значит, в одной капсуле 400 миллиграмм. Мне хватает где-то две капсулы, чтобы... Ну, и бромелайн, конечно. Ну, то есть, имеется в виду, здесь рекомендуется две, по-моему, капсулы. 2-3 раза в день по две капсулы. Ну, как бы, в принципе, если у вас какие-то аллергии на пыль или еще что-то, вы мучаетесь и страдаете, ринит аллергический, то кверцетин... Он вам поможет, конечно, если вы подберете дозировку. Мне хватает. Ну, я в основном беру кверцетин, где 500 мг в составе в одной капсуле. И мне подходит только две капсулы. Если одну выпиваю, то не помогает. Вот такой кверцетин. Постоянно говорю. Так, тилин это что-то. А, это зеленый чай, экстракт зеленого чая. Это идет как он антиоксидант, я так понимаю, зеленый чай. Вот что там для похудения еще пьют и все такое. Вообще зеленый чай, он как бы известен как антионкологический, ну, как бы от рака, он как бы профилактика рака и всяких там таких штук. Вот такой вот от НАУ тоже. То есть у меня НАУ несколько препаратов в этот раз. Вот и еще такой я взяла на пробу. Такой я еще не брала. Тоже энзиматик. Это что-то такая же, да, по-моему. Нет, это другая. Это энзимедика, а это что-то другая марка. Это Синугард, это здесь это препарат при аллергических реакциях синус у кого. И здесь в составе идет интересный здесь состав. Здесь помимо здесь, по-моему, так, я сейчас не вижу состав. Вот, ну, здесь можете потом, я ссылочку оставлю, почитать. Потому что здесь, я так поняла, здесь не только какие-то травы. Здесь еще, по-моему, какие-то есть, типа, тоже энзимы. Ну, наверное, из трав тоже. В общем, короче говоря, то, что помогает лучше организму не воспринимать как аллергены в продуктах. Потому что часто бывает, врачи ж нам не говорят, предлагают всякие там... химию всякую принимать или даже операции предлагают. А на самом деле у человека просто идет, может быть, пищевая непереносимость. Вот. Ну вот, я не помню, я этот препарат просто первый раз беру, сильно много о нем не могу рассказать. Срок годности здесь тоже очень хороший, до 16 года. Вот такая посылочка. Последнее, что здесь. Это такая еще вкладывает Айхерб, вот такой лист с вашим накладная, с вашим перечнем всех ваших продуктов, которые вы заказали. И, конечно же, у каждого, не только у меня, если вы можете воспользоваться, если ваш первый будет заказ, вы можете воспользоваться моим кодом SGS024, вы получите 5 или 10 долларов скидку в зависимости от вашего заказа. И после этого у вас у самого будет присвоен на iHerb'е ваш код, который вы можете дарить, рекламировать и зарабатывать деньги, как делаю это я. То есть я делаю видео, люди пользуются моим кодом, кому нравится, кто просто случайно, кто осознанно, кто неосознанно. Ну, в общем, все равно идет какая-то вам скидка потом на iHerb'е. Поощрительно, очень приятно это. И даже уже сейчас у нас очень увеличился курс в Украине доллара. И такие вот покупатели первые, которые используют мой код, например, очень сильно помогают мне. И потом могут так же само, не только я зарабатываю, и те люди, которые подписываются.
потом вот, каждый человек, который использовал этот код, первая линия, я 4% от суммы получаю и так далее. Там вторая линия 3% от суммы общей заказов всех. Ну, там какой-то, наверное, ограниченный период времени. Вот, если человек активный. Вот такая посылочка сайт iHerb. Спасибо вам за внимание. Всем желаю здоровья. У меня еще одна посылочка в пути. И одна потерялась, наверное, уже никогда не придет. Ничего. Все равно. Такие товары по таким ценам, как можно купить на iHerb, стоят риска и некоторых потерь минимальных таких. Спасибо за внимание. До свидания.